Друзья, всем здравствуйте, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox на PlayStation Exploration Obby, короче, исследовательский Obby. Мы появились в каком-то месте здоровенким, какой-то здоровый водопад здесь и какое-то загадочное место, я не знаю, давайте глянем. Чувак говорит, добро пожаловать в Basecamp, короче, это лагерь наш, вот здесь палатка, здесь, наверное, я спал. Вон там фонарь стоит. О, здорово, братюня, как дела? Побежали, будем смотреть, что тут у нас есть. Вау. Здесь поставили кому-то памятник, и ромашка цветет. Ну, не ромашка, а какой-то цветочек. Дерево. Дерево, это прикольно. Так, давайте пробежимся. Тут есть водопад, можно помыться. Ой, холодно. Ой, еще и поплавал. Трубяшки. Ладно, побежали дальше смотреть, если будем исследовать. Тут у нас какие-то здоровые проходы, горы и так далее. Ой, это что тут у нас? Жарится, можно руки погреть. Руки погрели, хорошо. Давайте дальше глянем, что есть. Палатка. Ой, это чья палатка? Тут кто-то носки вязал. Носки. А кто так носки вяжет и вставляет их на стену за место картин? А здесь нет носок. Зато здесь есть у нас окошки. Прикольно. Окошки и там были. Ладно, побежали. Какой-то омолаживающий фонтан. Вот, искупаемся в нем. О, хорошо. О, бодрячок. Побежали дальше. Вау, такие прикольные, можно посидеть. Пообщаться и погреться возле костра. Клевые штуки такие, прям под папецы вырезанные, да? Прикольно, ладно, побежали дальше. Так, ну чё, твое приключение начинается. Ну что, конечно, давайте начнем. Побежали. Так, а, это уже на особе, надо будет всякие тут препятствия проходить. Так, тут прыжок. Это типа паркурчика у нас. Так, аккуратненько. Так, пробегаем. Я что-то уже давно в Обби не играл, кстати. Уже маленько разучился. Все, окей. Так, осторожно. Пишут осторожно. Вот на эти штуки, наверное, нельзя наступать нам. Ага, понятно. Еще и вниз нельзя падать, оказывается. Все понятненько. Ну давай, просыпайся уже. Вон, одни ноги торчат. Короче, через эти штуки пробегаем. Вот так и перепрыгиваем. Вот так вот. Оп. Все, нормуль. Пробежали. Все, вспомнили. Так, это что? Мамочки, это у нас лестница такая. Так, по какой веревке бежать? Это потоньше, это потолще. Давайте по толстой побежим. Все, нормально, вроде пробежали. Тут прыжок. Это у нас, короче, а где наш братюня? О, братюня бежит. Ага, братюня не бежит. Маленечко он упал. Споткнулся. На банане подскользнулся. Ладно, прыжок. Блин, такой снежок прикольный идет. Вау, небо какое красивое. Какое-то черно-зелено-красное, я не знаю. Но прикольно выглядит, мне нравится. Так, сюда прыжок. Так, на эту штуку можно наступать? На эту можно. Она сильно широкая, я бы и не перепрыгнул. Ну что, побежали дальше смотреть. Ого, вниз, аккуратненько. Так, это вот сюда теперь. И вот сюда, по тоненькой. По толстенькой. И вот сюдышки. Блин, что-то там как-то темно, не хочу туда падать. Там, наверное, ничего хорошего. Вниз упадешь, ничего хорошего там с тобой не произойдет. Так, ну что, продвигаемся дальше. По этим будем, по квадратам. По каменным препятствиям прыгаем. Там вода. Вода, наверное, холодная. Попку-то отморозишь. Нет, не хочу вниз, не хочу. Прыжок. Еще. Все, вроде нормально. Но здесь пока так не сложно. Я там один раз запоролся по незнанию. Ну, ничего страшного. Ой, тут я пройду. Нормально, прохожу. Так. А тут что? Куда? Можно. Так, наверное, надо между вот этими штуками проплывать, да? Так. Тихо, аккуратненько. Тут это бочки радиоактивные. Нет, я к ним не хочу. Ничего хорошего они нам не сулят. О, свет в конце туннеля. Ура, свет. Ура, свет, да будет свет. О, куда мы выбежали? Вау, у нас какой-то это, мы на улицу выбежали. Можно костерок, попу погреть, это хорошо. И в палатке переночевать. Раз палатка, два палатка. Ой, братюня догнал нас. Так, все, прыгаем наверх. Побежали, раз, прыжок. Давайте, братки, помогайте мне. Если я буду вдруг срываться, вы мне лапу подавайте. Оп. Так, наверх побежали. Ой, опять такие штуки, что ли? Полукругляши. Полукругляш. Раз, два, три, четыре. Окей, пять. Все, запрыгнули. А, и опять полукругляши. Нет, палатка. Надо же переночевать в палатке. Все, я отдохнул. В палатку надо обязательно забегать. Это самое главное. Видишь палатку, забеги в палатку. О, еще одна. И сюда забежим. Опа, хорошо. Хорошо в палаточке. Ну что, наверх побежали. Так, эти штуки надо перепрыгивать. Раз, прыжок. Где он? Вон, еще одна, вторая. Прыжок. О, кнопка какая-то. Дайте я нажму. Нельзя. Так. Еще. Блин, мы куда-то наверх забираемся. Смотрите, на гору залезли. Мы залезли на какую-то большую гору.
Вдоль стены бежим. Давай, братюня, пробегай. Раз. Все, нормули. Так, это у нас, наверное, типа чекпоинта, я так понял, да? Вау, 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 это у нас лава. Лава, 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 лава. Ой, тут, наверное, будет горячо, туда очень надо. Так, запрыгиваем наверх. Раз, два, так, так, так. Ага, вот сюда и вот сюда. Все, нормуль. Так, здесь вокруг оббег... Ой, я что, задел, что ли? Лапой. Ай, на катком задел. Ладно, попытка номер два. Сначала наверх. Тут уже мы все знаем. Тут не тяжело. Там главное лапой не задеть. Я что-то лапой там задел. Так, 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 аккуратненько. Вот. Руки. Я бегу, у меня руки в разные стороны. Это анимация такая. Лучше бы бежал, руки в карман. Проще бы было проходить. Так. А, это чекпоинт. Все, нормуль. Чекпоинт. Побежали дальше. Ёлы, палы, там что-то горит, чего, наверное. Так, аккуратно здесь вдоль стеночки пробегаем. Атака дальше куда? Что-то я не понял. А, вон, в другую сторону. Спасибо, подписон мне подсказывает. Дружище, побежали наверх. Давай, дружище. Оп. Давай, если что, я тебя подстрахую. Буду ловить. Если ты вдруг подскользнешь, я тебе лапу дам. Так, прыгай, дружище. Раз. Раз, все, побежали. Прыгай, пробегай. А тут вот пробка будет. Сзади никого нету? Сзади никого нету, это хорошо. Никто не толкается. О, фонарик. Фонарик, это хорошо. Так, это что у нас такое? Какая-то веревка, что ли? И через эти штуки тоже надо перепрыгивать, да? Побежали. Блин, что-то там вниз-то не хочу падать. Страшно. Так, это тоже, наверное, штуки эти перепрыгивать надо, да? Прыжок, прыжок, прыжок. Есть. Все, сюда теперь. Блин, сколько можно прыгать тут, а? Я уже устал прыгать. Есть, все, запрыгнули. И вау, по веревке туда, что ли, наверх поползем. Не поползли, оп. Тихо, пробегаем. А туда вниз, может, там секрет какой-нибудь? Нет, туда не побегу. Что-то там страшно, там очень горячо. А, там очень горячо. Так, дружище, давай. Давай, давай, если чего, я тебя внизу. Ой, тихо, страшно было. Чуть не сорвался, фу. Аж подушки вспотели. Так, по невидимым дорожкам. Опа, сюда, так, тут что у нас? О, он факел взял, прикольно. А, вон, у меня тоже есть факел. О, блин, я даже не видел. С факелом-то веселее бегать, да? Будем освещать дорогу. Тут, правда, и так все пока видать. Но с факелом же гораздо веселее. Оп, оп, опа, опа, опа. Все, есть, готовчинка. Так, а что у нас тут? Новая деревня какая-то. Ой, тут столько палаток. Ой, опять можно жопу погреть, посидеть. Опа, попочка. Папочка, слезь. А, красота. Сидим. Два брата-акробата. Ну что, побежали? Побежали дальше глянем. Палатки, палатки. Надо в палатку забежать. Где тут носки есть? Не, носков тут нету. Тут где-то там носки были. Ну что? О, у нас вторая секция, говорят. Эй, это что такое? Опять дисконнект, что ли? Нет, нет, нет. Секшн 2. Короче, загружается. О, нормально. Я думал дисконнект. Вау, 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 вау. Это маленькая версия Maze. Это этот. А, лабиринт Maze. Понятно. Так, мы откуда начинаем? Мы начинаем вот отсюда, да? Стрелка. Нам нужно пробежать вон туда. Так, направо, 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 направо. Все время направо, потом один раз налево и опять направо. Ладно, примерно я запомнил. Давайте попробуем. Лабиринт, полетели. Так, и так, так. Это у нас что? Геймпас, это не то, это тоже не то. Ну что, где мой факел? Ууу, ускорялка, прикольно. Во-во-во, такой здоровый лабиринт. Мы такие мелкие, но зато шустрый. Так, пробегаем. Я так понял, нужно держаться вдоль правой стенки нам. И потом один раз повернуть все-таки налево, вдоль левой побежать. Так, куда-то сюда. Теперь, по-моему, вот сюда, да? Вау, там такой здоровый костер. Кто там разжег? Какие-то кресты странные, какие-то символы. О, у нас еще и наверху, я думал небо. А там, смотрите, какая-то мозаика наверху, тоже прикольно. Так, ладно, бежим вдоль правой стены. Сюда-сюда-сюда, держимся. Братюня, давай я тебя подожду. Так, и вот сейчас, по-моему, вот сюда надо забежать. Если не ошибаюсь. И теперь опять вдоль правой все время. Нет, ай, тупик, не сюдашки. Ошибочка вышла. Пока еще бежим вдоль правой, вдоль правой, вдоль правой. И потом побежим вдоль левой. Так, 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 мой хороший. Так, вот сюдашеньки. Вот, по-моему, там тупик будет, нам надо вот сюда бежать. Нет-нет, братюня, побежали вот сюда. Мне кажется, что-то мне подсказывает, что все-таки вот сюда теперь надо. И сейчас вроде направо. О! Вон она, стрелка, есть! Все, мы угадали. Ой, тут стрелка большая, здесь какая-то обрубленная, кто-то ее съел.
Кто-то ее сождракал. Так, сюда. Вот мой хороший. Опа, натики. Ого, это что такое? У нас здесь какие-то космосы или спиннеры, что это такое? Ну, что-то прикольное. Какие-то инопланетные тарелки, я не знаю, что-то все еще взрывается. Ой, нифига, там лазеры какие-то. Мамочки, как так пробегать-то, а? Ну что, готов, братюня? Побежали. Так. Уворачиваемся, тихо. Только не попадите по пукану мне. Все, нормуль. Фу, вроде побежали, теперь здесь. Вай, тихо. Где-то звездные войны, дали бы хоть какой-нибудь меч отбиваться от них, от выстрелов этих. Все, нормуль, пробежали. Как говорится, глаза боятся, руки делают, лапы наши. Так, ой, тихо, я сейчас упаду. А, это и так надо вниз? А, нет, все нормуль. Вниз, так, а чекпоинт-то у нас будет, нет? Ого, здоровый инопланетянин какой. Ну-ка, давай ее задолбим. Ай, мамочки, он стреляет. Он, братина наш, сломался. Развалился. Не-не-не, я туда не полезу. Где он? Братин, давай я тебя подожду. Ладно, я потихонечку гляну, что впереди. Так. О, чекпоинт взяли. Все, теперь можно и подождать. Все, прибежал. Нормуль, я тебя дождался. Так, теперь что нам? Куда? А, по этим штукам, наверное, прыгать. Ой, тихо. Аккуратненько. Сюда. Ладно, в воду не упасть. Какие-то у нас какие-то, не знаю, инопланетские роботы. Как еще назвать-то? Штуки-дрюки какие-то. Так. Ой, до трубы допрыгнуть бы. Ой, чуть не упал. Так, наверх. Они по нам не стреляют. О, тут что такое? Сосиска какая-то инопланетная лежит. Ладно, побежали. Ой, еще одна сосиска. Так. Сюда. Сюдашеньки. И опа-на, сюдашеньки. Все, пробежали. Так, я уберу этот факел, что-то мне мешает. Блин, а тут что происходит? Вы посмотрите, тут какие-то механизмы тут. Вау, это вода. Вода держится. Ой, а что? А, я эту штуку задел, что ли? Ёлы-палы. Засмотрелся. Вода держится просто в воздухе, я в ней плыву. Ну это ж просто офигенски. Вау, смотрите, мы прям в этом пузыре плывем, как туннель какой-то. Труба из воды, которая держится в воздухе. Так, а что я где опять? А, вон еще один кубик. Короче, я засмотрелся, зафантазировался и опять пропал. Ладно, все, сейчас не тупим. Так. Вот сюда. Оплываем с этой стороны. Тоже с этой стороны. Да как так? Я опять где-то там зарубился. Ладно, попытка номер 35. О, а мы вот так вот можем плыть? Ха-ха-ха. Через прыжки сейчас пропрыгаем все. Раз, два. Так, тихо, тут аккуратно. Пробел зажал и все. Опа-на. Опа-натики, и все готово. Так. Вон они, я их вижу. Все, нормально, пропрыгали. Проплыли. Все, братюня, давайте, жду. Все, побежали. Раз. Двась. Трись. Четырись. Фу. Вот это было приключение, прикольно. Так, давайте глянем, что. Вау. Замороженный. Смотрите, робот замороженный. Офигеть. Так, у нас, короче, тут зима. Вау. Стреляю. Тихо. Вау! Прям в голову. Стрельнули прям в голову. Ладно. Ну что, надо как-то все равно будет пробовать проходить. Ну, раз, два, три, побежали. Вау, летят. Тихо, аккуратно. Аккуратно, нужно уворачиваться от этих выстрелов. Тихо, оп. Мамочки, рядом было. Так, где братюня наш? Братюню подстрелили. Ладно. Ай, меня подстрелили тоже. Вон голова развалилась. Вниз головой уперся. Так, ладно, попытка номер два. Уже или три. Так, раз, два, три, побежали. Тихо, аккуратненько. Так, вау. Перепрыгнуть хотел, но не перепрыгнул. Братюня, давай беги. Беги, ты сможешь. Так, а я буду пробовать еще раз. Нам обязательно пройти, что за дела. Так, ну-ка, побежали. Побежали, ты меня не жди. Оп, уворачиваемся. Ой, ты с этой стороны, что ли, попали? Ва, что-то тяжело. Так, ладно, еще разок. Так. Надо внимательно, очень внимательно. Они стреляют по нам. Ой, тихо, аккуратненько. Все, побежали. Так, летит. Через запад на восток. Тихо, аккуратно. Уворачиваемся. Хватит стрелять по мне, а. Ну что там, совсем, что ли, расслабились? Панду застрелили, блин. Так, все, аккуратно, пробегаем.
Жалко, нельзя ускориться. Ого, еще и сзади что ли стреляют? Мамочки, мне в руку попали. А, я ранен. Еще и в ногу попали. А, санитара сюда, санитара. Капец, я весь раненый. На одной ноге скачу. Ладно, главное добежать. Где братюня-то наш? Братюню там тоже, наверное, где-то завалили. Ладно, подождем его. Главное чекпоинт взять. Опа. Давай, братка, добегай. Есть, ты сделал это, поздравляю. Блин, я весь раненый, без руки, без ноги. Ладно, побежали дальше. На одной ноге тоже проскачу. Будет нормулин. Так, побежали. Вау-вау-вау-вау. Внизу, вниз падать тоже не хочу. Мамочки, на одной ноге-то неудобно скакать. Как я, как хромая лошадь какая-то. Так, сюда. Ну-ка, перепрыгиваем. Ракина меня ждет, это хорошо. Так, теперь в эту сторону. Теперь в эту сторону. На одной ноге скачем. Мама, не горюй. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Смотри, какие-то... Блин, прикольные обе. Тут фантазия у разработчиков вообще шалит. Чего они тут только не навтыкали? Чего не напридумывали, а? Всякие штуки, дрюки тут какие-то, я не знаю. Как им хватило ума да тут догадаться-то? Так, понастроить. Есть! Пробежали. Так, это что? Нет, туда лучше не падать. Нет, 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 туда мы не пойдем. Я опять на своей одной ноге и одной руке. Хромая лошадь. Так, 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 куда? Между вот этими штуками, наверное, мне кажется, надо. Между синенькими. Оп. Аккуратно. Здесь аккуратненько. Все, нормуль. На одной ноге-то неудобно скакать. Так, 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 так. Я потерял руку и ногу в бою. В нелегком бою потерял. Все, нормуль. И по этим сталактитам наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Опа, на. И тут пропрыгиваем. Есть. 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 Фу, нормуль. Фу, там тоже замороженный робот какой-то. Но нам не туда, нам надо вот сюда. Вот так вот. Ой, упал. Тихо. Еще разок. Что-то расслабил булки. Так, сюда, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда и сюда. Все, нормуль. Братюня уже вон вперед убежал. Куда мы полезли? Ёлы-палки, вот наверх. Страшно? Ой, у меня рука появилась. А нет, культяпка одна. Ой, одной культяпкой как грибу. Ёлы-палы. И ноги нету. Ни руки, ни ноги. Половину потерял в бою. Ну ладно, что делать? Главное, я живой. Ой-ой, куда вниз? Главное, наверх. Ой, еще и можно даже это, факел. С факелом-то неудобно лезть, да? Ладно, бежим наверх. Ой, мамочки, кто-то упал. Кто-то там упал. Ой, еще один братюня. Давайте, друзья, мы все сможем. Главное стараться. Есть. Все, мы залезли. Вау-вау-вау-вау, высоко-то как? Нет, туда не буду прыгать. Так, что это, клавиши? Перепрыгиваем эти клавиши, наверное, да? Пианино какая-то. Тут пианино разломал. Так, сюда. Теперь эти клавиши. С одной ногой неудобно прыгать вообще. И теперь еще наверх по веревке. Где мои культяпки? Полторы культяпки осталось у меня. О! Полезли наверх. Полезли, мой хороший. Давай, 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 давай. Культяпочками своими греби. Есть. А, кого есть? Тихо, тихо, тихо. И братюня упал. What? Да-да-да-да-да-да. Что такое? Не могу. Так, надо перепрыгнуть с другой стороны. Толкаемся, потому что... Все, сейчас нормально залезем. Чуть не сорвался вниз. А, нет. Это какая-то труба, наверное, не веревка. Или толстая веревка, или труба. Так, во, вот сюда. О, костерок опять можно поглядеть, попку. Ну-ка, садись. О, попрыгаем. Через палатку пробежим. Где палатка? Е, палаточка. Вот, 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 уши застряли. Все, побежали дальше. Это у нас какой-то перевалочный пункт. Лагерь. Лагерь для выживших. Ой, там сейчас, смотрите, сколько прикольно, да? Там тоже всякие палатки есть. О, здесь у нас памятник герою. Кто-то, наверное, прошел. Но, правда, без цветочка. Так, а теперь у нас третья секция. Обалдеть, это только вторая была. Ну что, давайте глянем. Вау. Что это у нас там? Кнопка, что ли, какая-то? Ну-ка. Так. Надеюсь, не дисконнект. Куда-то нас опять. Секция номер 3. Нас телепортировали в третью секцию. Вау-вау-вау-вау. Мы прошли первую, прошли вторую, и теперь у нас третья. Давайте глянем. Мне уже страшно интересно. Буковка N и буковка P. Так, а здесь у нас какой-то шар. Угу, от них надо будет уворачиваться. Сверху они падают. Так, 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 мамочки, здоровый какой. Она побежали за ним, быстро, быстро, быстро. Тихо, 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 меня сейчас задавит. Тихо, нормуль.
Вроде нормально пока. Тихо. По голове больно таким шаром прилетело. Так, чувствую, я тут мы маленечко попаримся. Ладно. Попытка номер два. Так, надо вдоль стеночки, наверное, как-то бежать. Сейчас он упадет. Все, давай, падай. Я за ним сразу. Хоп, упал и побежали. Так. Тихо. Вдоль стены надо как-то аккуратненько. Так, сюда. Так, вон он падает. И быстро пробегаем. Так, а следующий где у нас падает? Следующий вот тут падает, да? Сейчас подождем. Бенчик, он упал. И побежали. Быстро. А, не успел. Капец, тяжело. О, и братюню тоже задавило. Ладно, попытка номер три. Так, первые шары вроде как бы можно нормально пройти. Там не особо сложно. Что-то там потом сложновато уже. Так, ждем. Побежали. Быстро. Так, здесь прячемся сюда. Все, тоже быстро пробегаем. Так, теперь тоже ждем. Так, ждем. Надо подождать. Давай, падай. Бенчик упал. И побежали. Быстро, братюня. Фу, нормально. И вон еще братка бежит. Фу. Все, все пробежали, это хорошо. Так, пропрыгиваем сюда. Так. А там, теперь как нам? Вот через эти штуки надо будет, да? Ладно. По этим столбам прыгаем. Вау, мамочки. Вниз, что ли, прыгать? Юху! Нормально, попали. Давай, братюня, я за тобой. Так, сюда. Аккуратненько. Вот это приключенница. Давно так не проходил. Такие обе. Прикольно. Так, сюда. Так. Оп. Опа. Опа-натики. И вот так вот. Фу, аж ладошки спотели. Все, нормуль, пробежали. О, как пропрыгали. Обалдешки. Так, костерок, это хорошо. Так, пробегаем. Это что такое? Ой, домик. Ой, нет, не туда. Я хотел факел зажечь. Опа-на. С факелом. Все, я здесь буду жить, это мой новый дом. Ладно, побежали дальше. Ой, еще один домик есть. Тут куча домиков. Прикольно. Опять буква П и буква И. Вот так вот И, а вот так вот Н. Английская, да? О, мы это прошли. Давайте глянем, что там дальше. Чекпоинт хватаем. О, вау. Какие-то бешеные шары. Так. Как мы побежим? Я думаю, вот здесь вот надо бежать. Вот так вот, вдоль левой. Побежали. Быстренько. Прячемся за нее. Так, ждем. Эта штука, если по голове попадет, мало не покажется. А, задела все-таки. Вредная козявка. Ладно, попытка номер два. Мы сейчас это сделаем все равно. Где братюня-то мой? Вышел, что ли? Я остался один-одинешник. Тихо, аккуратненько. Так. Побежали. Быстро. Ай, тихо, аккуратно. Так, ждем. Так, наверное, надо будет сюда вот, вдоль левой. Вот сюда вот. Так, раз и два. Все, стоим, ждем. Только бы, чтобы не задело. Еще наверх. Потихоньку пробираемся. Давай, мой хороший. Фу. Так, аккуратно. Все, быстро. Наверх. Так, ждем. Выжидаем, тихо. Ой, тихо. Что-то я уже нервничаю. Фу, нормуль. Так, а как дальше-то? Куда? Так, дальше. Вот сюда давайте. Опа, натики. Прячемся, ждем. Где они? Хорошо, что не побежал. Так, все, маленько осталось. Осталось совсем чуть-чуть. И побежали. Фу, мы это сделали. Было прикольно. Ну, пару раз она, конечно, задавила, но ничего страшного. Ну все. Что у нас там дальше впереди ждет? Мне уже страшно интересно. Факел. Вау, какой-то мост эпический, так. По этим штукам прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Эти штуки, наверное, тоже лучше перепрыгнуть. Как говорится, от греха подальше. И здесь все перепрыгнуть. Е, прикольно. По двум мостам мы пропрыгали, и теперь у нас какая-то дорога наверх идет. Куда-то эта дорожка приведет нас. К чему-то хорошему, я думаю. Я надеюсь. Так, с этой стороны. Все, готово.
Так, опять наверх дорога. Мамочки, какая-то она извилистая. Тернистая дорожка у нас. Ладно. Давайте, мне уже страшно интересно, что там будет впереди. Так, что здесь? Вау, какой-то этот храм. Или что-то такое. Какой-то домик. Давайте глянем. Вау, опять этот крест. Вот эти странные символы были на протяжении всей игры. Вот он. Может, его поджечь можно? Нет, его поджечь нельзя, к сожалению. Так, ну что, заходим в этот храм. И здесь нам нужно пробежать мимо вот этих штук синих, которые меня убили. Они опять меня убили. Ладно, попробуем еще разок. Руки-то бы в карманы спрятал. Так. Аккуратненько, аккуратненько. А, вот, вот сюда, вот так вот. Так как я развалился, я же ничего не трогал. Кто меня? Судья увидел, что ли, что я задел? Какой внимательный судья-то у нас, а? Ладно, попробуем еще разок. Главное, руки сильно не расставлять. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Прохожу, прохожу. Кто-то слишком много ест, либо кто-то слишком много руками машет, мне кажется. Все, кнопку нажмем на всякий случай. Факел. Пропрыгиваем эти штуки. Палки, палки, палки. Что-то мне подсказывает, что на них наступать не надо. О, опять этот символ странный. Какой-то крест. А наверху какой-то кругляшок. Не знаю, что это такое. Но явно это символ всей игры. Final Climb. Последнее препятствие какое-то. Так. Ну что, пропрыгиваем наверх. Я уже всех своих братьев потерял. Все где-то отстали. Либо они сдались, а я не сдаюсь, я буду проходить до самого конца. Нужно обязательно пройти. Нам нужно завершить наше приключение. Ну что, наверх пропрыгиваем? Какой длинный обед, а? Длиннющий просто. Ну это хорошо. Так, сюда наверх. Факел пока уберем, тут пока светло. Так, что, наверх сюда прыгаем? Пропрыгиваем. Аккуратненько. Так, там что у нас? Там у нас ничего нету. Вот сюда опять теперь. Как они тут что-то нагородили, а? Смотрите, наверху. Во-во-во, так мы проходили там и сям. О, какая... Вон еще шары катаются. Вау-вау-вау-вау-вау. О, опять эти символы. Точно, это символ всей игры. 4 штуки их. Мне кажется, что-то подсказывает, что скоро уже будет конец. Так, написано, нажми сюда. Наступаем своей лапкой. Так, а теперь что, куда дальше бежим? О, нас опять телепортировало. А, куда телепортировало? Четвертый. Четвертый, либо уже конец. Где-то должен быть там впереди конец. О, смотрите, это у нас есть прикольный колодец есть. А, можно водиться попить и налить еще себе и другу ведерко. О, что у нас появилось? Сосиску можно пожарить или сосиску можно помакать? Где... Это что такое у нас? Это же сосиска, да? Сосиска, прикольно. Блин, смотрите, она такая вкусная. Почему ее нельзя съесть? Можно ее сожрать дракую? Где костер? Все, мы, по-моему, прошли, да? Нет? Вау, прикольно. Здесь какой-то храм тоже, утопающий в этих снегах или в песках. Есть у нас здесь такая прикольная скамейка. И самое главное, у нас есть костер. Теперь можно пожарить сосиску. Давай, вот моя хорошая, жарься. Вот так вот. Ой, тихо, лапки только не сжечь. О, да, о, да. О, все, зажарили сосиску. Как ее слопать-то? Жалко, нельзя слопать. Что у нас такое есть? Сноубординг. О, на сноуборде, что ли, можно покататься? Ну-ка, давайте глянем. А, понятно, coming soon. Типа, скоро они сделают это. Так, здесь есть какой-то у нас дом. О, прикольненько. Такой уютный домик и камин. В камине тоже можно сосиску пожарить. Так, выбегаем. Что такое? 5. Что значит 5? Секция 2, можно опять пройти 1, 2, 3, 4 и Explosion Lobby 1 еще есть. Ничего себе, это же вторая часть у нас. Так, а здесь что? Здесь у нас опять статуя умершему воину какому-то. Так, нормальная скорость. Это нормальная скорость, это скорость 50. Бенч, побежали. Все, мы, получается, прошли, это у нас конец обе. Давайте еще хочу там глянуть, что там еще у нас есть. Ой, воу, что там падает? Нифигашки. Смотрите, как там клево внизу. Не, ну туда падать не будем. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Тут у нас исчезает, все исчезает. Пол. Пол проваливается под нами. Я хотел еще тут что-то полазить. Блин, скоро сделают они сноуборд. Будет прикольно. И здесь еще есть фонтанчик, в котором можно проплыть.
Нет, там ничего нету. А, прикольно. Можно сполоснуться. Водичка. О, есть хард мод. Капец, какой-то есть это. Сложный режим, давайте глянем. А, пока нельзя еще сделать. Он в процессе, понятно. Он в процессе. Все, короче, мы прошли этот режимчик, я так понял. Было прикольно. Нет, нас куда-то... А, нет, все-таки нас все телепортировали, все-таки он есть. Это хорошо. Давайте глянем. Капец, какой длинный обе. А, мы все заново начали. Просто стало все у нас гораздо сложнее, да? Ладно, друзья, прикольное было приключение, мне очень понравилось. О, 30 минут почти мы записывали, длинная серия получилась. Но мне было очень весело, прикольно. Все, друзья, спасибо за просмотр, с вами был Капанда, увидимся в следующих видосах. Пока-пока!